Всем привет! Пришла кожа. Так, новая кожа. Давайте я зачитаю даже рекламный проспект, как я повелся на эту кожу. Ну, предыдущие, что я покупал, они кончаются. Потребность скоро снова возникнет. Ну и здесь такое предложение я... Не смог от него отказаться. Читаю. Рекламные российские технологии производства кожи шагнули сильно вперед. И теперь у нас впервые появилась крафтовая кожа Бурбон. Буквально на днях появилась эксклюзивная партия этой кожи, которую получилось взять еще горячей, прямо с конвейера. И нам удалось урвать ту самую кожу, которая готовилась сырьем для экспортных друзей. Как хорош на деле бурбон, знает каждый, не понаслышке. Это трудно описать словами, но каждое прикосновение для вас станет наслаждением, и это трудно передать своими словами. Это кожа с нанесением тугоплавкого воска на лицевую поверхность, что дает защиту от воды, придает легкий глянец и винтажный эффект, сохраняя натуральность и мерьевые полосы. Мы сделали лучшее. Конфигурация полушкура, толщина 1,2-1,4. Так, цена. Значит, цена для Европы была 28,8 долларов за квадратный метр. Наша цена 19,8 рублей за квадратный дециметр. То есть кожи не так много было. Мой кусочек, моя полушкура 185 дециметров квадратных. Вышла она на 3650 почти, что, ну, 350 рублей доставка с деком. Итого, ну, 4000 вышел мне этот кусочек. Бурбон. Пока что пауза. Итак, бурбон. Значит, с изнанки, ну, это... Если видим такую сеточку, то значит, что и хром здесь. Ну, это кожа комбинированного дубления. Хорошо. 184 дециметра. Все посчитано, пронумеровано. Толщина. Так, ну, повторюсь, что штангером обычно не меряют толщину, а специальным толщинометром. Ну, 1,2-1,4 заявленная. 1,3. Так, это не то. А, ну это самый край. Короче, соответствует. 1,2. Ну-ка. Блин, хороша. Ну как пулап. Тоже присутствует. Так, вот у меня была. Есть такая кожа. Ну, другая. Это прям сильно-сильно коричневая. Такая темная. Это я из нее сшил обложку для паспорта себе и дожим для денег. Ее у меня еще осталось. Вот эта вот рыжая раджа, она почти кончилась, хватит на пару портмоне. Потому что я из нее сшил два портмоне, жене и куме. И детали для сумки много отсюда взял. Но вот это бурбон, он еще коньячный, наверное. Это прям совсем... Темная коричневая, тоже 1,2. Это светлая, вот это, так, ну здесь небольшой дефект, но это прижизненный, скорее всего, дефект. Ну, конечно, ладно. Так, давайте смотрим. Все. Ну, конечно, вот здесь вот неровные совсем части. То есть вот эта вот часть, ну куда вот она пойдет? Ну, на что-то совсем маленькое.
Ну и вот здесь вот уже не очень ровно. Прошлые шкуры у меня были поровнее. Ну ладно, это ж не ременная кожа. Ну, приятная, плотная, намного плотнее. Вот это вот вообще, она хоть и мягкая, но такая вот она, с ней трудно работать очень. Вот это вот поплотнее. С ней будет работать лучше. Ну вот это вот тоже такая плотненькая. Покупал там же, где и вот эту, и где черную для ножен и для ремней. Ну вообще мне нравится. Мне нравится. То есть это прям темное. А вот это, ну, называется бурбон, но такой какой-то не шоколадный, коньячный цвет. Виски. Вот, оттенков кожи полно. Поэтому, ну, мне очень нравится. Очень приятно, действительно. Все, скоро будут изделия уже из этой кожи. Ссылочку на группу ВКонтакте, где покупал, на всякий случай дам.